Здравствуйте, меня зовут Романова Инна. Я преподаватель Центра компьютерного обучения «Специалист» по направлению «Офис», сертифицированный тренер Microsoft. Сегодня я хочу вам предложить обновленный и авторизованный курс Microsoft Visio 2016. Программа обладает широким комплектом шаблонов инфографики, а также функционалом рисования, упорядочивания и автоматизации. В программе курса сделан уклон на практику. Выполнение 10 лабораторных работ позволит применять навыки сразу после обучения. Приложения пакета Office, такие как Word и PowerPoint, предоставляют базовый функционал рисования. Среди них простейшие векторные фигуры и инструмент SmartArt. Excel, в свою очередь, специализируется на цифровых визуализациях. Visio же предоставляет мощные средства визуализации для создания графических диаграмм любой сложности, не требуя при этом ни художественных, ни технических навыков. Создаете ли вы диаграмму сетевую, диаграмму процессов или организационную структуру, вы используете готовый набор фигур, а это экономит пользователю немало времени. По окончании обучения слушатель курса сможет самостоятельно создавать инфографику, организационную структуру, в том числе и автоматически, карты и планы этажей, временную шкалу и диаграмму Ганта, функциональные и простые блок-схемы. Курс будет интересен специалистам самого широкого профиля, менеджерам по работе с клиентами, специалистам по технической документации, инженерам, дизайнерам презентаций, студентам и преподавателям. Курс рассматривает базовый функционал программы Visio от работы с фигурами до автоматизации процессов. Для прохождения курса требуется только базовая компьютерная подготовка, желательно также знакомство с программами Excel, Word и PowerPoint. В программе курса 16 академических часов. Обучение проходит как в будние дни, так и выходные. Будем рады видеть вас на курсе в Центре компьютерного обучения «Специалист».